Всем доброе утро. Смотрите, как она сидит, кушает. Почти лежит. Ну, потому что очень большая девочка, такая длинная. Она моя хорошая. Хочу вам рассказать, что с орхидеями. Вчера начала их пересаживать. У меня на какое-то время были открыты комментарии. YouTube открыл, потом снова закрыл. Так вот, я успела прочитать, что, оказывается, орхидеи нельзя пересаживать, пока они цветут. Ребята, я заметила, что в этих орхидеях из Леруа Мерлен прямо в земле ползают маленькие, я бы не сказала личинки, ползают какие-то жучки. И я решила срочно орхидейки, ну, во-первых, немножко полечить, привести их в порядок, убрать эту землю, полностью заменить грунт. Сейчас я вам покажу, что я делала. Вымачивала орхидеи вчера в растворе «Здоровая земля». У этой орхидейки всего два корня. Остальное пришлось убрать, потому что корни были гнилые. На 30 минут замочила в растворе и высушивала целую ночь корни. У этой орхидейки корни есть. Все более-менее хорошо. Но тоже вымачивала в растворе 30 минут. Ну, я думаю, что лишним не будет. Вот с этой орхидеей что у меня? Эта орхидея вообще была практически вся черная у основания. Пришлось обработать ее Максимом. Таким средством специальным. Ну и предварительно я ее вымачивала тоже в здоровой земле. Корни просохли, сейчас буду ее садить в грунт. И одна орхидейка у меня, ребята, вообще без корешков. Вот эта орхидея без корешков. Она сейчас у меня стоит на наращивании корешков. Я вам покажу. Посмотрите. Я очень надеюсь, что она сможет дать корни, но у нее здесь вообще практически ничего нет. Вот. Два корешка. Ну, как думаете, посадить, не посадить? В принципе, можно посадить, но мне кажется, что немного пусть постоит так. Главное, чтобы она не касалась воды, поэтому я ее поставила в такой горшочек и снизу сделала керамзит. Керамзит напитывается водой, и потом влага постепенно должна поступать именно к цветочку. Не знаю, ребят, что получится. Буду очень надеяться. Ну, кстати, можно вот здесь поставить. У нас сегодня нет прямых солнечных лучей. Сегодня пасмурно. Пусть стоит здесь. Вот, вот такие дела. Буду сейчас рассаживать. Ты моя помощница сегодня, да? Помощница? Нужно мне еще купить мелкий керамзит, пока засыплю крупным. Это совсем маленькая орхидейка, поэтому доверху я не засыпаю. Еще вот у меня есть уголь. Вот этот уголь. Тоже его добавила. Нужно будет горшочек протереть, потому что пыль была. Ой, не знаю, что получится, но вот здесь, смотрите, уже стрелочка есть. Буду надеяться, что вот эта орхидейка у меня нормально приживется. Все, сейчас нужно будет ее попоить. Хотя вот та женщина, которую я смотрю в ТикТоке, она рекомендует поить после пересадки через пару дней. Не знаю, что получится. Посмотрим. Так, следующая малышка. Следующая малышечка. Насколько я знаю, уголь это как обеззараживающее. Вот, видите? Ну, уголь у меня, кстати, из набора премиум. Специально для орхидей. Поэтому я его добавляю. Лишним точно не будет. Вот, смотрите. Вот такие наборы я покупала. Грунт для орхидеи премиум. Для выращивания. И здесь у меня был
древесный уголь, мох, сфагнум и сосновая кора. Поэтому уголь я добавляю. А для чего я делаю керамзит? Не знаю, ребят. Мне кажется, что вот в этом наборе чего-то не хватает. Получается слишком плотный такой грунт. А мне кажется, что он должен быть немного свободнее, чтобы и вода хорошо уходила, когда полил. Допустим, излишки уходили. Не знаю, возможно, я не права. Просто у мамы видела, ну, у мамы дома я вот поливала цветы, и я у нее видела, что грунт у нее вообще практически прозрачный. То есть у нее идет слой камня, потом идет следующий слой кора, и снова камень, и все. Там вот буквально вот такие прослойки. Так, так, так. Вот. Не знаю, у меня вот такие прослойки. Посмотрим, что вырастет. Так, дальше. Дальше я достаю кору. Немного перемешиваю ее с мухом. Вот так. Здесь, наверное, поудобнее будет доставать. Вот сюда прям положу. Много мха не нужно, потому что он удерживает влагу. Прям вот совсем чуть-чуть его. Нужно коры побольше, ребят, найти. Так, где кора? Мне бы на последний цветочек хватило еще. Вот, все, сейчас сюда посажу цветочек. И вот что у меня получилось. Две малышки. Кажется, нужно будет еще пересаживать. Ну, не знаю, ребят, посмотрим. Вот, и вот такой вот цветочек. Вот такой. Тоже грунта было мало, конечно. Придется пересаживать, если она у меня приживется. Но ничего страшного, это все поправимо. Сейчас я намочила бумажное полотенце и буду убирать пыль от угля. Хочу, чтобы все было красиво. А теперь покажу вам, как я буду купать мои орхидейки. Так, налила водичку. Кстати, с кулером очень удобно. И сейчас замочу орхидейку. И так сделаю со всеми. Классные, да, горшочки? Очень удобные. И желтенькую я тоже решила напоить, потому что вчера ее не поила. Сегодня вот пусть попьет водички. Ты живая, Синди? 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 Ой, неужели? Так лежишь, как будто с тобой что-то случилось. Ладно, спи, 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 спи. Лёша ездил в станицу, в центр, и я попросила его купить пиццу. Такая вот пицца. 4 сыра. Ты какую дочь будешь? 4 сыра. 4 сыра. Салями. Полотенчиком мог. Ай-яй-яй. Че, зайка? 4 сыра. Сейчас тарелку дам.
Пылесосик у нас ходит. Две тарелочки нам нужно. Че, неудобно, да, с бородой? Нормально. А че чешешь ее? Не чешется. Прошу его срезать эту бороду. Ни в какую. Алиса против. Алёше интересно, видимо, как он будет выглядеть с бородой. Поэтому не срезает. Так, открывай. Давай я уберу фрукты. Кушай. Тебе вилку или так поешь? Так? Дочь, у меня к тебе просьба. Вон все игрушечки, потом унесешь, хорошо? В свою комнату, ладно? Давай зал не будем превращать в детскую игровую зону. Так, а я буду вот эту. И у меня еще варенички. Хочешь с колбаской? Дочь, с колбаской будешь? Че подвисаем? Что случилось? Не знаю, не кушает. Балуется. И вкусные варенички. Нужно скорее есть, пока они горячие.